Добрый день. Рад вас видеть. Не только вас и всех, кто нас смотрит по видео, тоже приветствую. Потому что кто-то нас там смотрит. И нам важно. На самом деле я немножко в шоке сейчас размышлял просто, так вспоминал, вот мы год как начали, в принципе прошел год, как мы только начали. Есть ощущение, что у нас уже есть определенная команда, и у нас уже есть наши люди. Если когда мы начали с того, что просто позвали к нам ходить на собрания, и были люди даже из других церквей, но сейчас уже у нас есть. Чисто своя команда, правильно или нет? Mm-hmm. Поэтому меня это радует. И я помню, когда мы начали, у меня было тоже, я был заряжен, и я даже написал там в свои тетрадки темы, на которые я собирался проповедовать. И я помню, у меня было там вот именно таких ярких тем, ярких моментов, около 24. И я подумал, что если я один буду проповедовать каждый день, один раз в неделю, то я один буду проповедовать полгода. Я думаю, как же я вот это все отдам. Но вы знаете, что Бог не дал мне практически сказать ни одной темы вот за все это время из этих 24, которые были до этого. Бог все время дает какое-то слово такое специальное, особенное, я сам в шоке. Которая на самом деле меня ведет очень сильно. Я надеюсь, что и вам тоже что-то достается. И вот на этот раз Бог открыл мне что-то особенное на прошлой неделе. Я могу, не стесняясь об этом говорить, что это Бог открыл мне, потому что действительно это откровение пришло каким-то специальным образом, прямо через слово «знание» внутрь меня. Это было проговорено. Мне это настолько явно и ясно, и единственное, что для меня до конца я не понимаю, для чего Бог мне это дал. Потому что, откровение действительно серьезное, которое даже касается вот теологии, и по вероятности, что эта вещь была скрыта около 2000 лет. Никому не была открыта. Я понимаю, что я заявляю серьезные вещи. Но я все равно вам это предлагаю как мое откровение, поэтому пускай теологи потом разбираются, оно это или не оно, и то, что я говорю, истина это или нет. Но я просто вот по вере беру на себя вот эту вот ответственность говорить, что это что-то специальное, что-то особенное, и мне только лишь нужно разобраться, что Бог хочет сказать через это. У меня есть определенная проповедь сегодня, именно вот, как я почувствовал в духе этого откровения. Поэтому я бы хотел, чтобы, вот я сейчас обращаюсь к людям, кто по видео будет смотреть, по интернету, чтобы хотя бы досмотрели до того момента, где я открою именно то, про что я сейчас говорил. Про эту жемчужину. Я по-другому не могу это назвать. Я действительно поражен, и мне приходят стихи такие, что не видел того глаз и не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его. Я по-другому не могу это назвать, потому что я верю в то, что действительно в последнее время что-то происходит, в последнее время что-то начинается. Я дерзну сказать, что вполне может быть такое, что в последнее время будут открыты определенные откровения, определенные моменты, которых тоже не было, которые были сокрыты, что Бог будет открывать тайны через свой дух людям, которых раньше не было, о которых раньше не говорили.
Поэтому я считаю, что, вот, например, я знаю, что у теологов, ну, не, даже не у теологов, может быть, просто между людьми часто возникает такой спор. В Библии есть два места очень таких спорных, как будто бы говорящих о разном. Знаете, есть стих такой: «Вера без дел мертва». Да? И знаете, что в Римлянам тоже написано, что «но не делами, но верою». Чем оправдался Авраам, да? Оправдался верою, да? И как будто бы часто возникает такой вопрос спорный, так что же важнее, вера или дела? И харизматы, пятидесятники всегда кричат «вера», потому что, ну, действительно, вера, потому что все через веру, да? Но не, помните, да, есть такие стихи по Галатах, но не от дел, да, а от веры, по благодати мы спасены на самом деле, да? Это что касается спасения. Но по сути, вот то, что я сейчас понял, что на самом деле, если спросить меня сейчас, что важнее, вера и дела, я отвечу однозначно. Конечно же, дела. Конечно же, дела, потому что, ну, вера без дел мертва. И это факт. Это вошло в Библию, потому что, ну, мы должны просто разобраться и понять. И вы знаете, я понял, что когда мы задаем этот вопрос, когда люди задают этот вопрос, когда они начинают спорить над этим вопросом, знаете, когда? Когда они не могут явить реальные дела, когда нет дел на самом деле. Когда мы просто пытаемся двигаться вот немножко духомански, просто через провозглашение, просто через вот, ну, грубо говоря, верой чем-то невидимым. И это на определенных порах, оно нужно и необходимо. И поэтому больше вот то, что я понял, что именно вот этот спор показывает то, где церковь находится на самом деле. Что церковь, по большому счету, если она спорит вот об этом, вера или дела, церковь больше находится на этапе своего детства, на этапе своего младенчества, когда, ну, на самом деле нет еще силы делать реальные дела. Понимаете ли? Нет силы просто, нет откровения, нет еще столько духа от Бога, пришедшего через то, что сделал Иисус Христос, для того, чтобы делать реальные дела. И поэтому мы всегда пытаемся натянуть на себя одеяло и посмотреть, а какие у меня дела, пытаемся какие-то там свои дела подставить, хорошие, добрые там, и так далее. И не можем разобраться в этом. Поэтому то, что я хочу вам сегодня сказать, что, конечно же, дела, но на самом деле дела Бог может доверить только взрослым. Только взрослым. И мы понимаем, что это суть жизни, правильно или нет? Какие дела могут делать дети? Они могут делать только делишки какие-то, да? Какая-то игра может быть, да? И то, что чувствуется, ну, и чувствовалось и много, что церковь еще все равно находится вот на этом этапе осознания, как двигаться, что же делать, да, и как делать, и так далее. И поэтому зрелость церкви, она определяется реальными делами, то есть реальным влиянием на мир. Может ли церковь влиять на мир? Может ли церковь делать то, вот как Христос? Помните, мы как-то вот когда говорили про пустыню и про делателей, то, что вот Христос, Он делал реальные дела, ходил по земле и творил. И это прообраз, Он тоже, как бы, вот церковь, прообраз Христа, которая должна войти в полноту, в меру полного возраста Христа, для того, чтобы делать реальные дела. И я понимаю, что, то есть, о зрелости церкви будет говорить ее влияние на мир. Ее влияние на мир. Поэтому, когда вот действительно не останется никаких вопросов и никаких «но». И церковь должна ответить на нужды людей, на реальные нужды людей. Как помочь действительно людям выбраться из тьмы, помочь людям выбраться из ямы, из безысходности, да? Не только помочь наркоманам, бомжам, больным раком, да? Как то, что церковь часто любит делать, ходить в эти места, в тюрьмы там и так далее. Но когда церковь тоже придет к реальным людям, к обычным людям и проявит себя, и не останется никаких «но». И дело здесь не в количестве. Поэтому о зрелости церкви тоже не будет говорить количество людей в церкви.
О зрелости церкви будет говорить ее качество. Об этом и говорит Иисус. Вы соль земли. Что такое соль? Мы знаем, что маленькая щепотка соли может сделать большое количество блюда соленым, правильно? Придать вкус, сделать свою работу. Вот то маленькое чуть-чуть, оно может влиять. Понимаете? Это то, что Иисус сказал про своих учеников, про церковь, сказал, вы соль земли. Маленькая щепотка может влиять. Точно так же, как и вы свет миру, да? Если поставить просто в полной темной комнате маленькую свечку, она готова осветить эту комнату. Правильно или нет? Поэтому это то, что делает свет, это то, что делает суть, соль, да? Это суть вещей. Поэтому мы должны понять теперь, что церковь должна возрасти. И возрасти в первую очередь в духе. И то, что хочу сегодня говорить, это я хочу говорить о будущему поколению, о настоящему поколению, о молодому поколению. Может быть, частично это нам, может быть, частично это молодым людям, юношам. Потому что я уже достаточно времени потратил на то, чтобы почитать отцов, и мы будем продолжать почитать отцов и говорить, как это важно, почтить отцов. Но мы, точно так же, как Христос, мы должны получить это откровение и понять, как двигаться нам. Чем нам двигаться? Как сделать так, действительно, чтобы быть сильными? И как получить от Бога эту стратегию, именно стратегию движения в будущее, откровение того, как двигаться в будущем? Потому что без откровения свыше написано «народ необуздан». Что значит «необуздан»? Неуправляем. Невозможно его направить и управить. И мы, если посмотрим этот пример с израильским народом, который... Одно поколение, оно вышло из Египта. Это были славные отцы, которые видели великую славу Божию, великие чудеса. Но это поколение было не способно войти в землю обетованную. И мы не будем здесь говорить про их какую-то слабость или еще что-то. Это просто данность времени. Это просто закон, который просто существует, что как закон поколений, понимаете? Бог живет в поколениях. Бог движется поколениями. Я Бог Авраама, Исаака и Якова. Аминь. И поэтому мы должны это понять, что Бог с одним поколением работает по одному, с другим поколением Он может работать по-другому. И это будет тот же Бог, и это будет тот же Дух. Аминь или нет? Поэтому мы это читаем в Библии. Поэтому Бог берет одно поколение, делает с ним одну определенную работу. Потом Бог берет другое поколение и делает через него другую работу. Вводит свой народ в землю обетованную, да? То, что не смогли сделать отцы. И это просто данность, да? Поэтому отцам нужно воздать должное почтение, а молодежь нужно научить стратегии. Потому что если мы посмотрим, как проходили они через Иордан для того, чтобы войти в землю обетованную, мы почитаем, мы видим там четкую стратегию, как были выстроены люди, как был выстроен народ, что шли сначала левиты с ковчегом откровения, которые входят в воду, вода расступается, и на каком-то расстоянии от этих левитов, да, идет народ, потому что написано, народ идет дальше, чтобы видеть путь, да, то есть если бы народ шел впритык к этим левитам, они бы не видели путь. Поэтому мы видим очень многие моменты, которые нам надо будет тоже понять. Поэтому откровение, оно идет вперед. Откровение – это то, что вот раздвигает эту воду, то, что помогает пройти народу Божьему, вот этому новому свежему поколению. Поэтому я и говорю, что, вы представляете, это же были молодые люди. Это были молодые люди, которые не видели того, что видели их отцы, да, которые могли только завидовать своим отцам и говорить, ну да, вы очень крутые вещи видели. Но самое основное в этом послании, это то, что основная миссия как раз и лежала на этом поколении, чтобы войти в землю обетованную. Понимаете, то есть это вроде были те люди, которые не видели вот этих великих чудес прошлого, но для которых было уготовано великое будущее и настоящее. И то, что я хочу сегодня говорить. Поэтому я хочу сегодня говорить чуть-чуть к молодому поколению, к нашему поколению, да, и вот поколению, которое идет за нами, что нужно задуматься и понять свою роль вообще вот в том, что происходит. И давайте мы прочитаем Иоанна,
Первая глава. Письмо. Первое письмо Иоанна. Знаете, еще я хотел, перед тем, как мы будем читать, действительно, вот стих мне пришел, пока я сидел, готовился. Он действительно подтверждает для меня то, что я хочу сказать. Что в пророке Иоиле были сказаны вот эти великие стихи, которые Петр произнес в день Пятидесятницы, процитировав, да, и «Вот и залью Духа моего на всякую плоть в тот день». И написано, что дети ваши и дочери ваши будут пророчествовать. И написано, юноши ваши будут видеть видение, а старцы будут вразумляемы с нами. И здесь действительно вот я вижу часть информации, просто в контексте этой проповеди, про которую я сегодня говорю, что как говорит Бог об этом пробуждении, о том, что должно произойти на земле, когда будет это излияние Духа, именно вот в детях, в дочерях написано, да, и юноши будут видеть видение. И мы можем, вот, действительно, это слово говорит о многом, то есть, что будут видеть юноши. Мы иногда думаем, что видение, это, ну, видение, глюк, да, глюкануло. Но если мы немножко поставим ударение по-другому, то мы поймем, что будут видеть юноши. Юноши будут видеть видение. Понимаете, видение придет от юношей, им будет показана дорога, им будет показана картина, они и пойдут, понимаете, а написано, а старцы будут вразумляемы с нами. Понимаете, это говорит о том, что старцам не будут даны видения, старцам не будет дано видение, может быть, да, как двигаться дальше. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли вот эти моменты и действительно поняли и не боялись получать это видение от Бога, настоящее видение от Бога, что должно происходить с церковью, и позволить Богу действительно вести нас через откровение. Понимаете или нет? Через откровение, потому что это очень важно. Это именно вот Дух, то, что Дух говорит о последнем времени, как должно быть. Кто через что будет вразумляем. Другими словами, старцы будут вразумляемы с нами. О чем это говорит? Что это может быть, что старцы будут против этих видений. Что старцы будут против, может быть, чуть-чуть видений. Они будут больше смотреть на то, как было до этого, на то, как работало Бог до этого, да, и им не будет открыто видение и видение. И Богу придется вразумлять их через сны. Понимаете, потому что слово «вразумлять» говорится именно о том, что нужно будет чуть-чуть вразумлять, чуть-чуть направлять, понимаете? Поэтому я вот, ну, надеюсь на Бога, что Бог пускай делает свою работу со старцами, чтобы вот они не мешали этому новому поколению, молодому поколению получать это видение для того, чтобы войти в эту землю обетованную, именно для того, чтобы совершить ту работу, которую они должны совершить. Это Бог поколений. Такие символы запечатаны в Библии, и мы можем на эту тему спорить, можем не спорить, но тем не менее, почему я об этом говорю немножко, вот, не знаю, мне кажется, вот у меня какой-то дух такой воинственный, но, может быть, это и нужно. Я, потому что не могу сам до конца понять, что Бог хочет сказать через это, но, опять же, я пользуюсь тем, что сегодня я вам дам определенное откровение для того, чтобы, может быть, кто-то был вразумлен через то, что Бог открывает молодому свежему поколению свое видение, те вещи, которые, может быть, были скрыты, закрыты и так далее. Поэтому давайте еще прочитаем доказательство того, что я говорю. Это вот 1 Иоанна, который мы открывали, вторую главу. Здесь есть тоже определенные моменты, которые нам нужно понять. Сегодняшняя проповедь может быть не для младенцев, но я уверен, что, как всегда, слове Божьем младенцы тоже найдут для себя что покушать. С 12 стиха 2 глава. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца.
Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот, такие стихи. Так Бог говорит через апостола Иоанна. И здесь есть очень интересные вещи, которые, может быть, многие не замечали тоже раньше. Значит, первое, что он пишет, я посмотрел оригинальный перевод с греческого, как Иоанн пишет, какие слова он употребляет, то есть подстрочный прям перевод. И первое, что он пишет, он обращается к детям, и он их называет «пишу вам, детки». Детки, именно так слово переведено. То есть это вот первое, «пишу вам, детки, потому что прощены вам грехи ради имени Его». То есть это и есть, вот тут мы видим именно этап взросления, что же должно происходить на этих этапах, и где находится главное в этом всем. Главное всей нашей жизни. Что значит «пишу вам, детки, прощены вам грехи именем Его»? Это говорится тоже о самой церкви, о том нашем сознании себя, что такое детство. Детство – это именно вот когда человек, этап этот детства, когда рождение заново произошло, и когда ты укрепляешься в понимании того, что Иисус Христос простил твои грехи. Понимаете или нет? Это вот детство, с которым нужно однажды покончить, из которого нужно однажды вырасти и утвердиться в нем. Понимаете? Потому что я до сих пор приходится сталкиваться с христианами, которые никак не могут утвердиться в этой истине. Они уже много лет ходят в церковь, но все время живут так, как будто бы их ни грехи не прощены. Живут так, как грешу каюсь, да, то, что мы когда-нибудь еще будем с вами разбирать, крещение Иоаннова, да, начало пути Христова, то, что вот именно действительно нужно уже получить в свою жизнь и утвердиться в этом осознании, что прощены грехи, и ты свободен, и именно ты не проживаешь всю свою христианскую жизнь вот в этой борьбе, прощены тебе грехи или не прощены, борешься ты опять со своим грехом или не борешься. Иисус Христос простил грехи, прошлые, настоящие и даже будущие. Аминь? Будущие, вы понимаете или нет? Все грехи прощены, поэтому мы перед Богом, когда мы в Нем, мы святы. Понимаете или нет? Мы должны это понять, эту истину уже, утвердиться в ней, чтобы дьявол перестал просто иметь влияние на вас, если вы во Христе. Понимаете, поэтому и написано, что всякий рожденный от Бога не грешит. Понимаете, не грешит. И мы знаем, да, в другом месте сам же апостол Иоанн пишет, но все мы согрешаем. Правильно или нет? И как тогда нам это понять? Все мы согрешаем, и рожденный от Бога не грешит. И мы вот всегда вот в этой борьбе многие люди находятся вот в этих цепях. Понимаете? Потому что мы никак не можем утвердиться в этой совершенной жертве, через которую прощены нам грехи. Понимаете? Поэтому то, что у тебя будут еще какие-то моменты, это можно называть как жало в плоть, которое может быть оставлено тебе для того, чтобы ты еще понимал, что ты всего лишь человек. Это то, что пишет апостол Павел. И вот, говорит, тот же самый я, плотью своей служу закону греха, но духом уже закону Божию. Аминь. Но разумом моим закону Божию. Поэтому вот это откровение, оно должно однажды освободить тебя. Для того, чтобы ты действительно осознал себя не грешащим перед Богом. Сам для себя и перед другими ты никогда не сможешь об этом заявить, что ты не грешишь. Но перед Богом, через Иисуса Христа, ты являешься уже совершенным человеком, который кровь Иисуса Христа она омыла. Понимаете или нет? Поэтому мы должны утвердиться в этой истине просто по вере, и это есть детство. Понимаете, это то, что апостол Павел и говорит, пишу вам, детки, потому что прощены вам грехи ради имени Его. И это первое базовое такое откровение, на котором должна строиться духовная жизнь человека. То, что должно быть, чтобы вот это рождение заново, оно было реальностью в жизни человека. Потом он пишет, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Потом он пишет, пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. И дальше опять пишет, пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. То есть вот в оригинальном переводе вот эти отроки это и есть дети.
То есть первый раз, когда он говорит, что пишу вам, детки, ибо прощены грехи вам ради имени Его, это детки, вот прям младенцы. То есть это первое базовое откровение, на котором должна строиться христианская жизнь, что прощены грехи. Встань, да, и ходи, да, как бы вот к Иисусу привели там парализованного, да, с крыши спустили, он говорит, прощаются тебе грехи. Все, и там все испугают, как он грехи прощает. Он говорит, вот чтобы вы знали, что Сыну Человеческому дана власть на земле прощать грехи, говорю тебе, встань и иди домой, возьми свою постель. И тот встал и пошел. Понимаете, то есть Бог утверждает эту истину, что Иисус Христос пришел для того, чтобы простить наши грехи, омыть наши грехи, для того, чтобы мы смогли обрести этот мир с Богом, для того, чтобы принять от Бога эту силу, аминь, силу жизни просто. Иметь это благословение в своей жизни. И дальше, вот мы читаем отроки, то есть дети, уже то, что в оригинальном тексте написано в греческом. Пишу вам, дети, потому что вы, написано, познали Отца. Это второе откровение, как бы тоже базовое такое для того, чтобы нам прийти туда, куда мы должны прийти. Вот именно первое то, что грехи прощены, а второе то, что никто не придет к Отцу, как только через меня. Вот то, что говорит Иисус. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Он приносит людям вот это откровение Отца, откровение Небесного Отца, которого не было на земле до этого, когда люди просто относились к Богу, как Бог всемогущий, вседержитель, вездесущий и всемогущий, да, и в страхе и трепете поклонялись. Но Иисус дает это откровение, на землю приносит. Он говорит то, что никто не придет к Отцу, как только через меня. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Сын захочет Его открыть. Поэтому Иисус нам открывает Бога как Отца. Открывает нам Бога как очень близкого, понимаете? Что-то, что того, с кем ты можешь иметь на самом деле вот эти вот отношения как с Отцом, с добрым Отцом, который на самом деле так и есть, понимаете? Поэтому это отдельная проповедь, о которой можно долго говорить, но это то, на чем должна строиться, базироваться наша христианская жизнь, наше взросление, да? Дети, прощены грехи, детки, прощены грехи, дети, вы познали Отца. И то, куда я веду сегодня, основное, это юноши. Почему? Потому что юноши победили лукавого. Потому что юноши, вы сильны, написано потом. Потому что я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Это задача юношей, победить лукавого на этой земле, в этом времени, в своей жизни, и именно как церковь. Церковь однажды должна достигнуть именно вот этого вот силы юноши, силы, которая будет действительно побеждать лукавого. Понимаете? И почему это самое важное, я вам просто докажу из Писания. Смотрите, как здесь написано. «Пишу вам, детки, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Почему Иоанн пишет «пишу вам, детки», а потом «пишу вам, отцы», а потом пишет «пишу вам, юноши». Потому что по всей логике должно быть написано «пишу вам, дети», «пишу вам, юноши» и «пишу вам, отцы». Правильно или нет? Почему апостол Иоанн пишет так? Потому что это самое главное, потому что это сок. И если честно, у меня нет откровения по поводу отцов. Ничего я вам здесь не скажу. Потому что здесь написано, вот к отцам написано коротко. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального». И второй раз опять. «Пишу вам, отцы, вы познали безначального». Наверное, это какое-то откровение, которое, может быть, я получу, когда буду старый, для того, чтобы его объяснить, и когда я буду в этом возрасте. Но я вижу, что вот это вот отцы, они как бы так, знаете, вот если честно, не сказать, что так он сильно на них останавливается. Правильно или нет? Потому что вот, да, отцами стать хорошо, в зрелость прийти это хорошо, но самый сок, апостол Иоанн говорит юношам. Согласны со мной или нет? Пишет Библия так, потому что дети, отцы и юноши. То есть, другими словами, апостол Иоанн уделяет немножко внимания, или Дух Святой уделяет детству, важности этих откровений детства, да? Чтобы мы базировались на том, что наши грехи все-таки прощены, и мы должны двигаться дальше в видении Божьем. И то, что
Иисус приносит это откровение Отца, и то, что мы уже с Богом имеем отношение как с Отцом. Но дальше идет целая работа, целое движение. Юноши, юноши, вы победили лукавого. Юноши, вам принадлежит Слово Божье. Юноши, вы живете сейчас. Юноши, вы сильны, и в вас пребывает Слово Божье. Это то послание, которое я хочу сегодня вот адресовывать вот моему поколению и молодому поколению, которое, может быть, когда-то услышит это. И потому что я вижу важность вот этого молодых людей. Молодых людей, которые на самом деле, вот если мы смотрим, которые вошли в землю обетованную, и которые именно вот через откровение, через послушание Богу, в духе, да, завоевывали эти территории. То, что Алексей сегодня говорил, что земля на самом деле, да, она вот в разных территориях, есть Царство Божье, и оно как бы, да, внутри нас, и это самое главное, но оно распространяется, оно растет, и оно растет через христиан, через сильных христиан, через христиан, которые готовы побеждать лукавого. И дальше апостол Иоанн пишет, я считаю, что он пишет юношам, потому что вот здесь так идет, да, я написал вам отцы, потому что вы познали безначального, я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Поэтому это дальше то направление, которое вот мы получаем, что означает эта духовная война. Что вот значит победить лукавого? Что значит победить этот мир, да? Что не любить мир? И вот я подбираюсь к тому, что основное я хотел вам сегодня сказать, из чего это все началось, вся эта тема. Как один вот человек в Евангелии совершает подвиг, подвиг, именно подвиг юноши. И давайте мы прочитаем. Это Евангелие от Марка, 10 глава. Мы говорим о том, что значит победить мир. Мы уже когда-то разбирали, что все, что есть в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, да? И дальше в Иоанна там тоже написано, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус Христос Сын Божий. Ибо сия есть победа, победившая мир, вера наша. И действительно, мы вот побеждаем, победить мир можно только Иисусом Христом. Победить мир можно только в Иисусе Христа. И это только вот действительно любовь Христа, она способна вот победить мир. Потому что, если, ну вот, как у меня это все произошло, что я вижу вообще, я не знаю, я вот уже там около 10 лет как бы просто живу, хожу в церковь, жил, ходил в церковь, пока Бог не призвал к служению, очевидным образом для меня, во всяком случае, просто наблюдал, много времени наблюдал, как живут люди. И бывало, что мы вот с женой гуляли по набережной или еще там где-то по каким-то красивым местам, и смотришь, что есть очень много молодежи, гуляющей по улицам, тоже занимающейся спортом, там, катающейся на роликах, на велосипедах, играющих в футбол. И знаете, я не знаю почему, но у меня всегда... Ну, я сейчас уже могу сказать, что Бог что-то всегда мне говорил в сердце, но всегда, когда я на это смотрел, мне приходили мысли, какие-то эмоции возникали, что вот я их люблю, эту молодежь почему-то, что вот они такие сильные, они такие красивые, они такие действительно здравые, они, ну, нормальные, понимаете, они не вот видно, что им неинтересно там вот, как немножко моему поколению в 90-х, там шоркаться по подвалам, только там мы вот пили до беспамятства, там, начинали даже наркотики употребляли, да, ну, было такое время. Сейчас как бы другое время, и видно, что люди не хотят этого. И видно, что они на самом деле вот чистые, сильные. Но то, что чувствуется, то, что невозможно вот как бы вот победить, то, что они так любят мир, им так нравится мир, что никто не сможет их
куда-либо вот каким-то давлением направить, перенаправить. И вот то, что мне открылось через эту историю, которую мы прочитаем, только Христос своей любовью способен повлиять на это поколение. На это поколение молодых людей, которые так важны для Бога. Которые, в принципе, уже воспитаны хорошо, нормально. Глядя на нас, и глядя на те поколения, которые были, вот на все эти ошибки, они чему-то научились, они чего-то избежали. И, ну, вот любить мир они не могут избежать. И с этим все время церковь, я знаю, пытается что-то сделать. Я знаю, что есть большая проблема в семьях служителей. Больших служителей, серьезных служителей. И как бы они там не закрывали глаза, не говоря, что вот наши дети в порядке там и так далее. Видно по детям. И я знаю многих детей, служителей, как они любят мир. Но и может быть кажется, что как будто бы нужна проповедь или нужно какое-то давление, чтобы заставить перестать их любить мир. Как-то вот пытаются, я знаю, это старое, вот это вот поколение зрелое, оно пытается как-то повлиять на это, или многие уже даже не влияют, просто опустили руки, просто так побаиваются немножко. Но должно произойти то, что я увидел в этой истории. Давайте прочитаем, не буду больше тянуть. Марка 10 глава. Это история про молодого богача, которую все знают, ну, все читающие Библию. С 17 стиха, 10 глава. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ: Учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человеком это невозможно, но Богу, но не Богу, ибо все возможно Богу. Аминь. Вот такая история. И мне с этой историей связана, грубо говоря, половина моей жизни. И мы здесь вот действительно видим вот этого молодого парня. Ну, здесь вот мы видим, что это некто, да, написано «некто». В Евангелии от Матфея, по-моему, или от Луки, и эта история описана в трех Евангелиях. Евангелие от Матфея, Луки и Марка. В одном из Евангелий этот человек называется «некто из начальников», но потом используется слово «юноша», когда юноша опечалился и отошел от него. И в другом месте, по-моему, тоже используется юноша. Но все знают, что это молодой богач уже, да? Те теологи уже поняли. И все понимают, что это история про одного и того же человека. Что это был молодой юноша. Другими словами, мажорик. Из начальствующих. Очень похоже на то, что это был, может быть, как бы ребенок служителей. Почему? Потому что, ну, он вырос в хорошей атмосфере. Написано, что его учили очень хорошо. Да? Он же говорит: я сохранил от юности моей, почитаю отца и мать. Да, он ему говорит то, что, знаешь, заповеди не пребывай, не любодействуй, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Он же сказал ему: учитель, все это сохранил я от юности моей. И вот такой человек, понимаете, хороший парень. Хороший парень, который много, но богатый. Но не «но», а это же хорошо, что он богатый, в принципе, правильно ли? В Библии всегда люди, обладающие богатством, это говорится о том, что это благословение Божие.
То есть всегда это сравнивалось с этим. Поэтому он, ну, считал себя на самом деле, ну, хорошо. И, ну, вот эти вот первые слова, видно, как он к Иисусу подходит, учитель, гладит. Иисус его сразу подрубает, говорит то, что никто не благ, кроме один Бог. Чего ты называешь меня благим? Сразу не надо передо мной здесь льстить мне красивыми, хорошими словами. И уже дальше дает ему достаточно такое жесткое слово. Как бы, знаете, вот, ну, можно было бы даже сказать, что как будто бы с нервозом, знаете, там, что ты меня благим называешь? Иди, заповеди исполняй и так далее. Да? Вот Иисус, он с учениками, они там мало едят, много ходят, правильно, собирают пожертвования, раздают людям, служат людям, и вдруг вот этот вот парень, вот у него все хорошо в жизни, вот все у него нормально, и он еще и хочет в рай, да, то есть вот, ну, да, мы тоже, да, иногда, как иногда христиане, тоже готовы иногда таким людям что-то такое жесткое сказать: слышь, да ты мир любишь на самом деле, да, ты пойди, раздай и сделай, и вот это, да. И вот Иисус ему так говорит. И мы видим, что он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое богатство. И, ну, действительно смутился. То есть Иисус его, в принципе, подрезал. Ему Иисус поставил такую задачку, такой ответ ему дал, что, ну, на самом деле, ну, практически нереально его выполнить. Правильно или нет? То есть вот когда у тебя в жизни все хорошо, и вдруг тебе такой вызов бросается, что на самом деле не игрушки, что, может быть, тот игрался, тот даже до конца не понимал, просто вот подошел к проповеднику спросить, или, может быть, что проповедник его похвалил и сказал, что, ну, у тебя-то все хорошо, ты не переживай, заповеди ты исполняешь, и все, только вот это исполняй. Но Иисус говорит: одного тебе не достает, иди, продай, раздай, а потом приходи, следуй за мной. И вы знаете, мы эту историю, я сам проповедовал, и много раз я слышал, как ее проповедовали, когда мы судили людей, когда мы, может быть, людей, может быть, подталкивали немножко к тому, чтобы люди начинали двигаться ко Христу, и часто даже вот, ну, брали как пример не буквальный, а именно такого, что, ну, в нашем сердце есть очень много всего, что не дает нам приближаться к Богу. Что мы должны вот это все пойти продать, расточить. Как в той притче написано про человека, который нашел клад, написано, он продал все и пошел купил поле, да. И вот, ну, есть это учение. И вы знаете, а я помню, 10 лет назад, я увидел, меня это слово судило сильно. И я не знал, и вот всегда говорилось о том, что, ну, ты должен продать, ты должен продать. А вот как в действительности это вот, ну, быть этому человеку? Вот мог он вот в тот момент сказать: подожди, не уходи, сейчас пойду все продам, прибегу и за тобой последую. Такой радостный еще, мне сказали, что делать. Правильно? И вот всегда говорили о том, что этот юноша ушел опечаленный. И вот, ну, говорилось так, что вот, ну, осторожно, потому что трудно богатому там и так далее. Но когда даже Иисус это говорил, ну, вот сейчас прочитал, я специально прочитал чуть побольше, когда Иисус даже это говорил своим ученикам, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие, написано: ужаснулись ученики. Понимаете, ужаснулись ученики. Почему ученики ужаснулись? Потому что тоже почувствовали, что есть у них что-то, что они не все оставили на самом деле, что у каждого из них что-то еще есть, где-то лежит, и они не полностью еще отданы Христу. И тогда они вот его спросили: а кто же тогда вообще может спастись просто? И Иисус тоже, подтверждая их опасения, говорит: человеком это вообще невозможно. Только Богу это возможно. Чтобы сделать так, чтобы человек вот, ну, смог оставить свое богатство. И самое интересное то, что когда-то, вот 10 лет назад, я проповедовал эту историю не один раз и заявил такие слова, что я верю, и я решил поверить в это, что этот человек пошел в итоге, продал и вернулся и стал следовать за Иисусом. И я начал проповедовать это, потому что, ну, я понял, что это я.
Я захотел иметь эту надежду, что у меня тоже, может быть, получится. Потому что я тоже себя увидел как человека, у которого очень много что есть в сердце. Очень много мира, на самом деле, да, вот этой вот похоти плоти, похоти очей, гордости житейского. Все написано, чем люди так гордятся в этой жизни. Вот это вот тщеславие, когда мы хотим быть вот кем-то перед людьми, чего-то добиться там и так далее. Хотя Библия нам ясно говорит, что все, что так ценно и важно у людей, это мерзость перед Богом. И я это понимал, что как круто быть свободным от этих вещей, действительно. И вот однажды последовать за Христом, вот с этим чистым сердцем, что ты действительно вот смог все продать и смог ощутить это блаженство того, что у тебя получилось. И я просто начал верить в это. Я просто заявил об этом, как о пророчестве, как о чем-то таком, что вот я захотел в это поверить. И вот то, что мне Бог открыл неделю назад, мне Бог просто взял и показал этого человека в Библии, и что этот человек действительно это все сделал. Он пошел и продал. И я вам сегодня это покажу, это докажу. Вот теологи пока этого не видели и не знают. Поэтому, знаете, кто этот человек? Это Марк, это Иоанн Марк, который пишет это Евангелие. То, что богатый юноша Иоанн Марк, мне открыл Бог еще где-то полгода назад. Через что он мне открыл, теперь давайте доказательства, потому что без доказательств вы же не поверите, если я вам скажу просто это Марк. Поэтому давайте мы посмотрим на разницу. Знаете, у евреев есть у богословов, вот они же там действительно серьезные были и Писание изучали, у них есть такой важный закон, что если в Писании встречается два или три одинаковых места, да, которые пишут об одном и том же, но есть какая-то разница между ними, вот, да, какое-то отступление или еще что-то, или добавка, то это очень-очень-очень важная вещь, на которую стоит обратить внимание, и что-то в этой вещи скрывается. Вот так они любили изучать Писание, и я уже следую этому принципу, и есть откровения, которые тоже через это открыто. Ну вот, что здесь важно? Если бы мы сейчас прочитали все те три истории, мы могли бы поиграть немножко с вами, нашли бы вы сами это противоречие, но вот эту разницу, ну, у нас времени нет, я вам сразу уже это все покажу. Давайте мы попробуем, просто чтобы вот, то, кто знает, потому что есть люди, которые знают, я уже рассказывал им, попробуйте вот сами догадаться. Иисус, учитель, все это сохранил я от юности моей, говорит богач. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищему, будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Давайте открою вам, ладно, чтобы вы чуть-чуть сами дошли до этого откровения. Можно я вам так продемонстрирую? Лука, 18 глава. Может быть, кто-то сообразит, может быть, кто-то по телевизору сообразит. Он же сказал, 21-22 стих, он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной. Есть разница? Есть одно слово, которое туда вставлено. Полюбив. Аминь. 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 Полюбил. Кто может сказать «полюбил»? Вот это место, оно одно в этом Евангелии. То есть, например, да, мы берем какие-то чудеса, которые рассказаны апостолами. В каких-то были они очевидцами, в каких-то они слышали просто про них как историю. И они достаточно краткие, эти истории. Но вот в Евангелии от Марка используется такая вещь, как Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: пойди продай. Кто может сказать, что Иисус его полюбил? Как можно увидеть любовь? Кто может увидеть любовь? Кто может сказать, что его полюбили? Только тот, кого полюбили, правильно или нет? Поэтому из этого мы делаем вывод, что это Марк, который пишет про себя. И именно из того, что он
пережил эту любовь, что слова, которые были сказаны, в этом была любовь, что его Иисус полюбил. Потому что тот же самый прием, мы знаем, использует апостол Иоанн. Если бы я просто так сказал, опять же, было бы мало. Но апостол Иоанн использует тот же самый прием, когда говорит о себе, когда он говорит, что ученик, которого любил Иисус, на вечере преклонил голову на колени Иисуса и спросил его и так далее. И он несколько раз называет одного из учеников ученик, которого любил Иисус. Ученик, и поэтому Иоанна даже стали называть любимым учеником, но на самом деле Иоанн никогда не говорил, что он был любимый ученик. Он просто вставил свои эмоции в Евангелие, вставил себя в это Евангелие. И потом в конце Евангелия он пишет «И сей самый ученик, и пишет сие Евангелие». Из этого мы знаем. Марк, как я верю, да, не стал этого делать полностью, он просто добавил такую маленькую ремарочку к тому, что Иисус его полюбил. И сказал. Поэтому я поверил, что это Марк. На самом деле, не только это, потому что про Марка существует предание, что он был сыном богатой иудеянки. И это тоже не противоречит именно этой истории. И вот теперь самое главное жемчужина, мы откроем Марка 14 главу, потому что, ну, вот это откровение получил около полгода назад, и я действительно увидел, что это Марк, молодой богач, которого полюбили, и который ушел опечаленный. Но я думал, это все, что я увижу, и почему-то сразу Бог все не открыл. Но вот на днях я ехал в машине, и просто Бог взял и проговорил мне одну вещь. Давайте мы прочитаем. Я не знаю, ладно, потом прочитаем. Помните человека, который был завернут в плащ? В одежды, не в плащ, там даже написано, в покрывало, и следовал за Иисусом, который, вот написано, ученики все разбежались, и был человек, который следовал за ним, и был завернут в эти покрывала, и эта тайна мучает, на самом деле, очень многих людей мучила. Так вот, эта тайна сейчас, на мой взгляд, открыта, это Марк, потому что, на самом деле, что это Марк, известно было, ну, уже давно известно. Я после того, как я это получил, я открыл Википедию, перечитал, и действительно, по преданиям, именно этот юноша, который был вот голый, завернут в эти одежды, это был Марк, Иоанн Марк. Потому что, почему? Потому что Евангелие пишет Марк. Я когда это получил вот от Бога, как просто сначала, как слово знания, меня же затрясло. Я же даже заплакал в какой-то момент. Но я так подумал, если это в Евангелии от Марка описано, тогда это точно Марк. Я пам-пам-пам нажал быстро и смотрю, действительно это написано в Евангелии от Марка. То есть мы понимаем, что вот Марк, то есть что мусор какой-то, да, грубо говоря, какая-то история, которая ничего не значит, она не залетит в Евангелие. И на самом деле никогда не было никогда ясно, что, почему он голый-то. Почему он голый, завернутый. Теперь вы понимаете, почему он голый или нет? Потому что он пошел, все продал и стал следовать за Иисусом. И это вот, ну, на самом деле меня шокировало, меня трогало, что вот это вот, ну почему действительно, да, не было вот этих ответов, сейчас вот как будто бы есть версия. Пускай те, кто хотят, проверяют, но я уверен. Именно уверен, потому что Бог больше духом открыл. И я увидел этот смысл, действительно. То есть я увидел Христа в этом, понимаете, то, что хочу передать, почему я плакал, почему меня накрыли такие эмоции, я действительно увидел в этом Христа, что действительно люди совершали, когда они встречались с живым Христом, когда они просто смотрели ему в глаза, когда вот он, то, что описывает Марк, я теперь понимаю, что взглянул на него, полюбил его и сказал, иди сделай это. И я примерно представляю, как мог после этого этот парень жить. Наверное, он пошел домой, попытался уснуть, но не смог уснуть. Просто, наверное, ему представлялся этот взгляд Христа, эти слова, которые не давали ему покоя. Вот этот вызов, который бросил ему Христос. Он понимал, что он очень сильно любит мир. Он понимал, что это слово от Бога. Но как это сделать? И я уверен, я не знаю, когда, сколько дней он в этом ходил, но, может быть, достаточно быстро он это сделал. И вы знаете, и опять же, вот в рамках этой проповеди, в контексте всего того, что я сказал, почему-то Бог вложил в мое сердце желание говорить этому поколению, этим юношам, которые будут побеждать лукавого, которые будут побеждать этот мир внутри себя в первую очередь.
которые будут просто такие безбашенные чуть-чуть и сумасшедшие по-хорошему для Бога, которые сделают больше даже, как этот Марк. Потому что на самом деле Иисус не говорил ему даже одежду свою продай, правильно или нет? Это было чисто его желание, все отдать, но лишь бы следовать за Христом, лишь бы показать Христу его любовь. И мы на самом деле вот в этой истории, давайте вот 14 глава, где вот он, про него здесь рассказывается. Тогда, 50 стих, 14 глава Евангелия от Марка. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу, в покрывало следовал за ним. И воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И мы видим, так события развиваются, что тогда уже все оставили. Все оставили, написано, все уже разбежались. Но этот юноша, он продолжал следовать. Продолжал следовать, завернутый в покрывало. Я не знаю, что он хотел. Может быть, он не успел показать Иисусу, что он голый. Я не знаю, как там было, да? Может быть, он только вот пришел, а там уже Иисуса берут. И он хотел ему просто засвидетельствовать о том, что он пережил, и что он вообще, ну, готов на самом деле на все, лишь бы следовать за Христом. И он был одним из тех, кто, ну, вообще до последнего держался. Даже до того момента, когда воины его схватили. И Петр там вот, да, самый последний уже отвалился Петр, да, но вот Марк был вот этим вот вторым. И на самом деле вот, я не знаю, почему Марк и почему до нас не дошли вот эти вот свидетельства, что это был вот именно Марк, что это был именно вот этот молодой богач, что Марк не стал явно это описывать, что это он был. Мне кажется, может быть, ему даже, может быть, и стыдно немножко за это было, что, ну, или как-то, может быть, не стыдно, но он просто, когда повзрослел, наверное, понял, что это был какой-то юношеский максимализм, который, может быть, и не стоило делать, но он все равно включает это в Евангелие. И на самом деле мы смотрим, как этот юноша был полезен этим апостолам. И жизнь Марка, мы знаем, вот теологи, богословы, они уже как бы проследили, что вот это Марк, Иоанн Марк, который написал свое Евангелие больше со слов Петра, потому что он много был с Петром, потому что в одном из своих посланий Петр, передавая приветы церкви, он говорит: приветствует и Марк, возлюбленный там как-то, да, верный. Который, да, и есть вот по преданиям, что он много служил Петру. И точно так же мы видим, он встречается в служении Павла и Варнавы. И именно вот в том моменте, сначала, где он следует с ними до Пафа, по-моему, но потом оставляет их, оставляет, не идет дальше. И после этого у Павла с Варнавой даже произошли разногласия, они разделились, как два служения стали, потому что потом Марк хотел опять к ним присоединиться, но Павел не хотел брать того, кто отстал от них, ну, вот в этом месте. Мы просто, я к чему хочу сказать, никто не знает, на самом деле, это было хорошо или плохо, потому что я могу эту историю вывернуть с точки зрения, как Бог использует Марка для того, чтобы разделить Павла и Варнаву. Для того, чтобы из одного служения было два служения. Может быть, для того, чтобы даже Павла чему-то потом научить, да, что каким нужно быть. Потому что мы знаем, что Павел в конце своей жизни, там, будучи, по-моему, в тюрьме, когда он сидел, он пишет такое послание, что, ну, кому-то он пишет, я не помню кому, приведи ко мне Марка, ибо он, ну, надобен мне для служения. Представляете? То есть, вот мы видим, как вот Марк, он там постоянно мелькает, как тот, кто служит апостолам, как вот тот, без которого апостолы не могут обойтись, как каким-то особенным вдохновением для апостолов, каким-то таким ключевым моментом, какой-то такой силой, да, и даже сам Павел, он, да, в свое время был против там Марка за то, что он, может быть, по малодушию или еще как-то, или какие-то причины, может быть, были, но оставил их, да, но и он даже так не хотел его с собой брать, что они даже поссорились с Варнавой из-за этого, да, разделение произошло, но потом как будто бы вот Павел, может быть, даже раскаивается за это и, может быть, хочет вот утешить Марка или еще как-то, я не знаю, но что я здесь вижу, я вижу вот то, что мне Бог вложил в сердце, говорить этому молодому поколению, которое должно на самом деле вот проявиться
именно встретиться с Христом, взглянуть Его в глаза, увидеть эту любовь. А мы как то поколение, которое, может быть, уже немножко старше, то, что должны сделать, это должны явить им Христа, показать им такой пример, показать им такую любовь, для того, чтобы вот они просто захотели сделать эти подвиги, захотели оставить этот мир, потому что вот, ну, вот как этот Марк захотел, и все, он это сделал, и был очень богат, и было трудно, и опечалился, но мы видим, что он это сделал, в таком случае я в это верю. И я как бы вот, ну, вдохновлен Богом, что Бог проговорил, и для меня это просто вот что-то такое немножко потрясающее. И именно я вдохновлен тем, что когда-то я просто поверил в то, что молодой богач вернулся. Я просто захотел в это поверить и начал это провозглашать и говорить. И я не знаю, как, вот почему Бог так сделал, что вот взял и открыл мне именно вот таким образом, что Он это сделал. Что Он это сделал. И это говорит мне о том, что как будто бы сейчас какое-то специальное особенное время для того, чтобы каким-то вещам быть открытым, для того, чтобы какой-то силе уже начать быть высвобожденной, да, для того, чтобы вот уже начать по-настоящему влиять на этот мир, для того, чтобы вот, понимаете, еще как было построено там, вот в этом переходе из пустыни, когда народ израильский выходил из этой пустыни через откровение, когда то старое поколение, оно уже доживало, оно уже умирало, у них не было видения, но у этого поколения уже было видение и были силы. И мы видим, что лидерами этого поколения все-таки были люди из предыдущего поколения, из старого поколения. И в этом вижу некую схему, некую модель, что должно происходить. Потому что, ну, я бы хотел, чтобы это было чуть-чуть пророческим словом, и я в это верю. Опять же, подтверждение того, что Бог открыл что-то специальное, потому что вот в этом времени витает что-то в воздухе, что все ждут чего-то, все ждут пробуждения. И много было пророчеств о том, что в России последнее, да, будет вот это мощное последнее пробуждение. И в этом пророчестве часто затрагиваются так, я не знаю, но видение того, что это будут молодые люди, которые будут бесстрашны, которые пойдут, и которые будут как бы вот этим основным движением, этим огнем в руках Божьих для сокрушения этих твердынь, вот этого мира, вот этой вот системы. Точно так же, как эти молодые люди, выходящие из пустыни, они не знали. Все, что у них было, это было видение, это было откровение, которое шло впереди них. И когда вот этот первую твердыню, которую они разрушили, это был город Ерихон. Знаете, да? Когда они ходили 7-6 дней, они ходили по одному разу вокруг этого Ерихона, и потом на седьмой день прошли 7 раз, громко закричали, и стены упали. И это тоже прообразы определенной стратегии, как должно, может быть, что-то происходить, что там тоже была определенная стратегия, что были сильные люди, которые шли вооруженные первые. Вот в этой всей колонии, которая шла вокруг города, было очень интересно все построено, что были сильные с мечами, которыми шли первые, потом шли, по-моему, люди с трубами, которые трубили, да, потом шло откровение, потом шел остальной народ. И вот, не знаю, я вижу, что оно как бы, как будто бы что-то начинается вот в таком плане, как будто бы есть уже какие-то сильные, как будто бы уже откровение начинает открываться. Для меня подтверждение это большое, то, что вот Бог открыл мне про этого Марка, про этого молодого богача, который действительно сделал то, что сказал ему Иисус, как прообраз того молодого поколения и как прообраз того, что какие-то откровения, которые были сокрыты, начинают открываться. Как то, что нас начинает вести какое-то откровение. И то, что видение, которое Бог, может быть, будет давать сейчас людям, и я уверен, что уже дает, это будут, может быть, какие-то новые люди, какие-то свежие люди, что старцы будут вразумляемы с нами, им будут даны, может быть, просто подтверждения. Потому что вот я видел, ну, например, мы смотрим, когда Бог выводит Иакова от Лавана, и вот начинается этот поход Иакова. Иаков, ну, Лаван же тоже был его руководителем там долгое время. И
мы видим, что он гонится за ним и хочет, вот как-то его написано, что Бог является ему во сне и говорит, ничего не делай этому человеку. Не вздумай даже что-то сделать. И все, Бог просто останавливает. Поэтому, ну вот я понимаю, я, может быть, я выкручиваю это так или еще как-то, но действительно это важные символы, что юноши будут видеть видение, юноши будут принимать видение, юноши будут двигаться вперед, юноши сильны. Написано в вас. Вот представьте, да, то, что мы вернемся вот в это начало, которое я сегодня говорил, то, что апостол Иоанн пишет, то, что детки, дети, отцы, а потом юноши. Юноши, вы победили лукавого. И если мы посмотрим тоже на развитие, как бы вот если берем книгу царств, и мы сегодня говорили о Царстве Божьем, что книга царств это тоже может быть как прообраз становления Божьего Царства на земле. На нее тоже можно так смотреть. И был Саул, было первое поколение, но потом был Давид. И Давид все свои основные битвы, все свои победы он совершил в возрасте до 30 лет. В 30 лет он уже воцарился на царстве и побеждал, естественно, но основные подвиги были совершены именно вот в его такой юности, молодости. Поэтому я надеюсь, что вы поняли вот этот дух, вот эту суть. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, чтобы это слово было пророческим, чтобы это слово говорило о каком-то видении, но сейчас мы живем в настоящем и идем как бы в будущее, и должны понять, что Бог хочет для нас, да, как нам конкретно действовать, в кого инвестировать, что инвестировать, чем двигаться, какие конкретные дела делать, какую стратегию иметь, как побеждать этого врага, как побеждать мир. Нам нужно откровение, нам нужно очень много видения для того, чтобы это все сделать, чтобы действительно мы стали вот этими сильными, которые, вот то, что в прошлый раз мы говорили, что делатели на жатву. Делатели на жатву, да, просите, да, то, что нужны делатели. Нужны действительно вот те сильные, которые действительно будут делать. Потому что, ну, старики и пожилые люди, они не способны к войне уже. Они не способны к этой настоящей, как бы, битве. А вот молодежь, мы знаем, что в армии, да, молодежь, мы знаем, что в армии всегда вот эти юноши, бойцы, зрелые, как бы, да, это то, что должно быть. Это то, я думаю, как должно, может быть, видеть, выглядеть грядущее пробуждение, если мы хотим его видеть, если мы хотим в нем участвовать, если мы сами захотим поверить в то, что это видение от Бога, если мы тоже захотим приложить к этому руку и стать частью этого. Потому что точно так же, как раньше, Иисус Христос кому-то был открыт, а кому-то был закрыт, точно так же и сейчас. Когда Бог может начать сейчас какую-то работу, я уверен, что есть много людей, и будет много людей, которые верующие, может быть, которые в церквях, но которые не смогут это понять, которые не смогут это увидеть, которые не смогут к этому быть причастниками. Но точно так же я уверен, что будут люди, которые почувствуют это, которые откликнутся, которые будут открытыми. Поэтому я верю и хочу у вас еще один вирус посадить, как он был посажен в меня однажды, что, как Павел однажды провозгласил, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И вот так он однажды провозгласил в духе. И я разговаривал со многими верующими, взрослыми, я говорю, а как ты думаешь, о чем это? И один человек мне сказал, я на самом деле не понимаю, о чем это. А я говорю, а я понимаю. И мне кажется, я понимаю. И чем больше я об этом думаю, тем больше я это понимаю. И чем больше я об этом говорю, тем больше мне это открывается. Поэтому, ну, все в нашей вере. Понимаете или нет? Как мы захотим зацепиться за видение? Кем мы захотим себя видеть? Делателями, да? Или просто сидящими, наблюдающими, теми, которые закрыли свои уши и которые ждут знамений, подтверждений, чудес? Бог Духом открывает, Бог Духом подтверждает, захочешь ли ты услышать это подтверждение в Духе или нет. Вот это я понимаю, потому что я со многими разговариваю, и я вижу, как есть люди, которые просто открыты для этого, а есть люди, которые напрочь закрыты для этого. И все, и ничего не можешь сделать. Просто открытый и просто закрытый. Но что самое интересное, есть уже даже открытые среди тех, которые были очень сильно закрыты, и меня это поражает. Меня это поражает на самом деле. Поэтому, ну, я вот в это верю, что
вся тварь с надеждой ожидает откровения самого Божия. То, что вот Христос, Он точно так же приходит во многих. И то, что Он сказал, то, что семени однажды нужно умереть, про Себя Он сказал, для того, чтобы размножиться. Понимаете? Потому что если семя, Он сказал, не упадет в землю и не умрет, оно останется одно. И Он это сделал, Он умер для того, чтобы просто размножиться. Для того, чтобы Его стало много. Для того, чтобы вот Христов стало много. Маленьких, да, или настоящих, но наконец-то они должны повзрослеть. И церковь должна совершить этот переход из этих просто вот споров, откровений, да, о грехе, то, что мы, например, в Евреях, в 6 главе читаем, да, вам уже по времени нужно сделаться учителями, а вас еще нужно все молоком и молоком. Вам нужно учение о крещении, о возложении рук, о суде там, и так далее. То есть это о том, что вот, ну, мы, в чем мы должны уже утвердиться как церковь и просто начать делать реальные дела. Реальные дела, вот эти сильные дела, мощные дела, когда вот объединится это, да, народ объединится, когда начнет жить просто ради одной вот этой цели, строить Божье Царство на этой земле. Когда они как бы поймут и почувствуют, и попробуют это делать, и увидят, что у них получается, тогда начнут происходить очень мощные вещи. Поэтому я верю, что должно подняться поколение вот этих Марков, которые откажутся от мира из-за любви к Христу. Которые пойдут на такое, что не просто продадут все, а еще и разденутся, как этот Марк. Обмотаются покрывалом, даже не плащом, а просто каким-то покрывалом. И которые будут вот пытаться следовать за Христом до конца. И которые будут действительно служить апостолам, да, которых Бог будет вести, и будут вот этим вдохновением для этих апостолов, и в которые будут просто упоминать об этом. Поэтому пусть вас Бог благословит, ищите Бога, слушайте Дух, что Дух говорит, потому что Бог Духом подтверждает. Потому что когда Иисус говорит, опять же, вот потому что вера или дела, потому что когда Иисус говорит, ну не верите мне по словам, верьте по делам, потому что он говорил то, что Отец утверждает меня, Отец проявляет как бы вот это, да, и Отец открывает меня тем, кому хочет открыть. Поэтому, ну не знаю, вы как вы хотите, но я готов уже, наверное, за это что угодно делать, умереть, грубо говоря, потому что это видение настолько сильное, настолько оно меня как бы вдохновляет, настолько я в нем вообще не сомневаюсь, то, что что-то, что начало происходить, оно сейчас начало происходить. То, что церковь начинает совершать этот переход из младенчества, из детства в юношество, в зрелость, в силу, в откровение, в землю обетованную, в завоевание территории для Бога, завоевание этой земли, потому что вся тварь с надеждой ожидает откровения самого Божия. Понимаете? Вся. Все творение, все ждут, когда же придут, когда откроются, когда в силу придут. Понимаете, не просто вот делишки, не просто духомания, не просто игра, не просто камни хлеб, хлеб камни, а реальные дела, реальное влияние, реальное откровение, реальные, я не знаю, это будут делатели, это будут и бизнесмены, это будут управляющие, это будут, ну просто представьте, если там вот во власти, например, да, будет много христиан от всего сердца. И не для того, чтобы они начали помогать христианам своим, да, как иногда хочется поступить по-мирски, ну это наши, там пойдем что-нибудь выбросим. Нет, а когда они просто будут быть там с откровением и с властью как бы от Бога, с мудростью от Бога, что делать этому миру, куда направить экономику там, страны, мира, да, как решить эти глобальные проблемы, да, и так далее, которые просто начнут получать это откровение. Вспомните, как Иосиф влияет на целый Египет, когда он становится вторым человеком
возле фараона. И он через сны, через откровение Божие говорит, что нужно готовить та-та-та. И Египет процветает после этого, становится вообще самым мощным государством. Потому что 7 лет они собирают, а потом скупают все за зерно, которое они собирали. Из-за чего? Из-за того, что было откровение от Бога, как действовать. Понимаете, вот о чем я говорю. Вот что нужно этому миру. Нужны сыны с откровением на своих местах посаженные, которые начнут просто вот сокрушать эти твердыни, сокрушать это, я не знаю, лицемерие, это любовь к деньгам там и так далее. Просто вот на всех позициях. Аминь. Понимаем чуть-чуть, видимо. У нас мало. Но Бог никогда не воевал количеством. Если вы смотрите в Библии, как Бог побеждает, то там количество никогда не имело значения. 300 человек Гедеон, они даже ни один из них не погиб. Побежали на 200-тысячную армию врага. Те сами себя перебили и убежали. И мало того, что они еще 300 человек гнались за 15 тысяч. Я когда эту историю читаю, я думаю... Те что, вообще дураки были, что они не видели, что за ними всего 300 человек гонится. Понимаете, а это духовные моменты, они не так рассматриваются, это духовные победы. Они в духовных победах, если ты как бы от Бога, там никто не погибает. Понимаете, вот не погибает, потому что это вот так. И вот враг, сколько бы его ни было, он просто бежит напуганный, думая, что там вообще против него что-то нереальное противостоит. Поэтому вот когда еще 300 побежали на 200 тысяч там ночью, да, напугали, я это еще могу понять. Но когда 300 человек побежали за 15 тысячами, просто вот уже добивать их, можно было бы не добивать, они побежали добивать эти 15 тысяч, то я вот это вот вообще не понимаю. Вот представляете, вот эта банда 15 тысяч скачет, и за ними 300 человек злые, и всех их добивают. Поэтому не будем смотреть на количество. Будем просто искать этого качества, будем искать этого видения, да, будем искать этого откровения для того, чтобы просто начинать побеждать. Начинать побеждать, побеждать лукавого, потому что мы сильны, и потому что Слово Божье, оно в нас. Аминь. Спасибо.